CRMs are probably one of the most important tools that we have nowadays to keep together a wide range of stakeholders, so ranging from national stakeholders and national authorities, social workers, civil society, international organizations, for the benefit of migrants who as I mentioned, are in a situation of vulnerability. This is especially important for victims of trafficking, of course. They are entitled to specific rights according to the international law, and the national referral mechanisms ensure somehow that these rights are protected from the country of destination to the country of origin. Одно из важных условий эффективного функционирования данного механизма является создание условий, где все участники механизма могут выполнять свою работу на должном уровне. Пусть это будет обмен информацией. Это один из, я считаю, ключевых факторов для успешного функционирования любого механизма перенаправления. В Беларуси национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми был создан в 2015 году. Он утвержден постановлением правительства и необходим для того, чтобы не только идентифицировать жертв торговли людьми, но и в последующем их направлять на реабилитацию. И, в принципе, он в первую очередь призван для того, чтобы тех людей, которые могли оказаться в этой ситуации, чтобы мы, государственные органы, общественные объединения и даже международные организации могли им оказывать помощь. Мы имеем две категории граждан. Одни – это жертвы торговли людьми, другие – это предполагаемые жертвы. То есть, когда нету полностью достоверной картины о том, что человек пострадал от торговли людьми. Но мы имеем какие-то признаки, какие-то индикаторы, позволяющие говорить о том, что человек оказался в тяжелой ситуации. Поэтому благодаря этому механизму мы можем оказывать помощь не только жертвам торговли людьми, но а также людям, которые могли пострадать от торговли людьми и даже от связанных с ней преступлений. Сегодня мы констатируем факт увеличения количества транзитных нелегальных мигрантов в Республике Беларусь. И эта тенденция сохранится в период проведения вторых Европейских игр и совместного с Латвией чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Поэтому, безусловно, очень важно иметь национальный механизм по помощи уязвимым группам. Сегодня мы работаем над этим документом с учетом европейского опыта и лучших мировых практик.